Почти 100 музеев откроют свои двери для посетителей с субботы на воскресенье. 18 мая в Петербурге пройдет Ночь музеев. Как сегодня рассказали руководители культурных учреждений, в этой акции они участвуют с удовольствием. После ночных экскурсий новых гостей становится больше. Каждый музей представит специально разработанную программу. Кроме этого, впервые за все время проведения мероприятия можно будет попасть в большую хоральную синагогу, независимо от национальности и вероисповедания. Впрочем, уехать можно и в пригороды Петербурга, так в Пушкине готовят вечернюю программу. По словам Ольги Таратыновой, к празднику они подошли творчески. Мы не открываем Екатерининский дворец, потому что, в общем, это для всех уже такое общее место, особенно для петербуржцев. Но мы хотим показать те новые какие-то объекты, которые мы за последние годы обрели заново, отреставрировали их. Они еще не очень раскрученные, то, что называется, но они, конечно, заслуживают внимания не меньше, чем янтарная комната. Для посетителей откроют Белую башню, Александровский дворец. Причем попасть и в городские, и в пригородные музеи можно будет по единому билету. В этом году он будет стоить 350 рублей.